день. Рад вас приветствовать. Сегодня я вам расскажу о новом автомобиле, который приехал к нам. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2016 года, на который нашей команде, нашей компании было установлено охранное оборудование на основе Starline N96XL, которое также работает совместно с двумя замками капота L11 и дополнительно установлено маяк M15. Также владелец очень сильно захотел, чтобы дополнительным рубежом защиты был замок КПП. Замок КПП производитель фирмы Ford Car Security System. Что хочется сказать? Сама специфика работы. У M96 есть метка и штатный тойотовский ключ. Функция SLAVE реализована на данном автомобиле, то есть охрана ставится при помощи сенсора на ручке двери и таким же образом снимается. Так как штатный радиоканал автомобиля Toyota и очень слабо защищен, мы произвели дополнительную блокировку этого радиоканала. То есть в случае отсутствия метки, сейчас я ее уберу, в случае отсутствия метки, если автомобиль поставлен в охрану, то даже при наличии ключа на руках открыть автомобиль не предоставляется возможным ни штатным путем, ни при помощи ключа. Соответственно, при появлении метки в зоне действия автомобиль открывается. Также при помощи гибкой логики реализованы такие функции, как включение видеорегистратора. То есть в случае срабатывания режима охраны на автомобиле, видеорегистратор автоматически включается и начинает съемку в течение 2 минут. Также здесь дополнительно реализована функция авторизации. То есть на момент запуска автомобиля, или включения зажигания, необходимо ввести специальный сервисный код, который вводится при помощи штатных кнопок руля. После того, как код вводится, производится авторизация, открываются замки капота и можно заводить автомобиль. Под капотом установлен беспроводной блок R6, который позволяет подключить нам датчик температуры и дополнительную блокировку спинницы, а также замки капота в количестве 2 штук. Вся проводка уложена в штатный гофр для того, чтобы никоим образом не показать присутствие каких-либо установок. Единственное, что выдает их, это только сами замки. Дистанционный запуск двигателя на данной системе производится при помощи приложения Starline, которое можно скачать в App Store и других сервисах, а также при помощи звонка или SMS с мобильного устройства владельца. Мобильное устройство владельца записывается в память устройства при помощи программирования, при помощи специальной программы Starline. Вот так, при помощи оборудования российского производителя Starline возможно реализовать безопасность и комфорт для вашего автомобиля. А для нас это еще дополнительная возможность получить новых клиентов. Ждем вас у нас!